Всем привет, народ! Всех приветствую на канале Рымлива. Как многие из вас знают, уже я завтра, в общем, уезжаю за город отдыхать, отмечать свой собственный день рождения. Вот. Поэтому видео на канале какое-то время выходить не будут. Работа канала временно приостанавливается. Ориентировочно где-то недельки на две. Так что не скучайте без моей болтовни. А хотя, может быть, и наоборот, отдохнете от меня немного. Вот. В запасе есть парочка видосов. Они выйдут. Значит, одно видео выйдет завтра, 31 числа. И второе видео выйдет 1 числа. Вот. И все. И на этом работа канала будет немножко приостановлена. Еще раз повторюсь, где-то примерно недельки на две, может быть чуть меньше, может быть чуть больше. Возможно, будут стримы, возможно, не будет, не знаю, как пойдет, как будет время и желание, и настроение. Вот, будет время и желание, буду проводить стримы, не будет, значит, не буду. Вот, так что, вот такое вот коротенькое объявление, не скучайте тут без меня, в общем. В чате, значит, в группе «Ночной чат Рулем» буду по возможности появляться. Вот, конечно, естественно, не на регулярной основе, как обычно, но появляться буду. Вот, ну, в общем-то, на этом все. Погнал я собираться. У меня сегодня еще масса дел, завтра там уже мне уезжать. Вот, а у меня еще, короче, не собраны вещи. Я вот еще даже не пострижен, как я не знаю, что выгляжу. Вот, и, в общем, короче, дел полно, так что я погнал собираться, заниматься делами. Всем спасибо за внимание, до встречи в новых видосах. Всем пока.